этот струнодер. Вот такая вот невиданная штука мне привалила тут по случаю в виде Fender Elite Stratocaster на 1900, по-моему, 83-го года выпуска. Дан Смитовских стратов уже был не один, а вот Elite вот такой у меня первый. Вот. Я про эти гитары слышал от одного коллеги, который сказал, что, вы знаете, была такая, говорит, версия с тремя кнопками. Я хоть убей не понимал, что за кнопки, потом видел на картинке, ну, понял так, что, наверное, это вот такая вот, вот эти кнопки, которые переключают датчики. Вот здесь прячется батарейка, потому что электроника активная. Для 83-го года активная электроника – это, в общем, некая такая инновация. Вообще гитары именно из инновационных. А вот такие запирая локовые колки были поставлены с такими перламутровыми головками, то есть на мюзикменах такое обычно мы видим. У Fender я первый раз такое вижу. Вот. Машина, как я уже сказал, вот тех годов, значит, голова выглядит вот так, как обычно. Вот. И то, что отличает, как я понял, вот страты тех времен, это достаточно тонкий и плоский гриф. Мне даже так немножко неудобно. Тыкая вот эти кнопки, как раз мы получаем разные сочетания датчиков. И их здесь не 5, а типа 7. Это громкость. Это, как я понимаю, у них расширитель высоких и нижних частот TBX называется эта штука, и активный усилитель средних частот MDX, то есть, по сути, похоже на бустер, который мы видим у Клэптона. И здесь усиление на 12 дБ, а у Клэптона, по-моему, на американца чуть ли не на 25. Давай сейчас Blues Junior на чистом звуке попробуем эту гитару. Thank you.
утверждается, что именно вот эта модель послужила прообразом знаменитой Блэки Эрика Клэптона. Ну, потому что, да, действительно, у Клэптона и стоит бустер, здесь тоже стоит бустер. По звуку они действительно похожи чем-то. Вот. Ну, у Клэптона, правда, тут нормальная пятипозиционная переключалка, потому что тыкать эти кнопки, честно говоря, не очень удобно. Ну, вот, например, написано, что, да, звучание Ли Стратокастер можно охарактеризовать как более похожее на хамбакер, но, по-моему, это бред полнейший, то есть это синглы и синглы. Вот. И еще здесь, по-моему, стоит дополнительно какая-то пассивная катушка для уменьшения шумов вот этих самых активных синглов. Ну, не знаю, что она там подавляет, честно скажу, опять же, не очень это понял. Кстати, такую же штуку я видел на гитарах Gibson, по-моему, Blues Hawk, там тоже какая-то специальная штука стоит, катушка в цепи, которая там подавляет шумы. Шумок, кстати, ну, все равно, ну, у меня тут просто все шумит, поэтому мне сложно сказать, насколько это хорошо работает, но, во всяком случае, такая штука здесь есть. Вот, давайте сейчас на драйве послушаем тоже этот чудесный инструмент с педалькой E-Drive. В общем, да, действительно, вот из всех стратов, которые у меня были, то есть, этот, наверное, ближе всего к Блэки действительно стоит. Вот тут не врут. Вот. Гитара эта не продается, да, она мне просто на познакомиться и для демонстрации, ну, в силу моих скромных возможностей я тут что-то поковырял. Ну, во всяком случае, теперь вот ролик про такую гитару там есть, они очень нечасто попадаются. Вот, для любителей винтажа, безусловно, представляет серьезный интерес подобный инструмент. Вот. Есть, кстати, был и телекастер, по-моему, вот с такой же историей, с таким же активом. У меня пока его не было. Ребят, кто-то продавал, недавно видел. Будет ли эта гитара лучше, чем стандартный стратокастер? Нет, не думаю. Она действительно достаточно особенная. Интересно, во-первых, ну, просто с исторической точки зрения. Ну и интересно тем, кому нравится вот такой не совсем обычный звук страта. Я бы вот так, наверное, это определил. Вот, ну и, кстати, познакомившись с большим количеством инструментов вот тех годов, да, смитовской эры, я могу сказать, что я остался при своем, как бы, упертом мнении, что больше всего мне нравится из той эпохи Fender Lead, считаю, великолепные совершенно инструменты, вот, ну и очень понравился The Strat. Вот, кстати говоря, что вот этот инструмент был сделан на замену The Strat'у, тоже там у The Strat'а там, по-моему, 9 положений звучания, он более традиционен, он более тяжелый, то есть там ясень, здесь ольха, по-моему, да, ольховый корпус. Вот, но это, прежде всего, как я понимаю, в ту пору очень инновационный инструмент, и, кстати, многие, видимо, наработки дальше там пошли уже и в серию, и в других гитарах использовались. То есть, вот такая вот история. То есть, это в какой-то степени экспериментальная гитара, которая много чему дала развитие в дальнейшем.
Итак, Fender Stratocaster серии Elite, 83-й, наверное, год, серийник вот здесь у нас, да, 83-го года. Есть серия с вот в полном стоке, все как есть тут, без обмана. Вот, гитара эта не продается, во всяком случае, пока не продается, дали просто на познакомиться, за что владельцу как бы выражаю всяческую признательность и благодарность. Вот, и я на этом откланяюсь. Вам спасибо за внимание и пока-пока.